матче, конечно, тяжело говорить, когда проигрываешь 20 очков, но есть две вещи, которые меня учили еще в детстве. Можно забить 78 очков в нападении забить, это хорошо, это для выигранного матча очень хорошо. Но надо нам защищаться, это вторая вещь. В защите мы сегодня полностью проваливались. Надо, ну, комментарий мой в матче коротко, мы просто провалили защиту. Если бы защищались лучше, я считаю, в частности я, потому что мой много мне забил, большие, мы бы могли выиграть этот матч. Ну, результат сейчас виден. Я чувствую хорошо, потому что здесь очень много молодых игроков. Ну, можно сказать, моих сверстников, мне интересно с ними общаться. Мы нашли общий язык, команда хорошая, отношение к команде, руководство очень хорошее тоже. Ну, это мое мнение. Мне нравится эта команда. Как знал. Против Дарьюша я еще играл в Украине, против него. Он играл за Будівельник, я играл за Днепр. Против Кшиштофа еще не играл. Да, и мы готовились, тренер нам показывал слабые и сильные стороны каждого игрока. Но, как видим, они намного забили. Не стареют? Не стареют, да.